Продолжается чествование заслуженных юбиляров. Жительница Дуная Беренчук Клавдия Яковлевна отметила свой 90-й день рождения. Поздравить юбиляршу с торжеством отправились представители городской администрации и соцзащиты населения. В гостях у именинницы побывала и наша съемочная группа. Раннее утро, а дом Клавдии Яковлевны уже полон гостей. Все спешат пожелать имениннице здоровья и еще долгих лет жизни. Первыми пришли, конечно же, дети, внуки, знакомые и друзья. Позже к поздравлениям присоединились представители Совета ветеранов, работники социальной защиты населения и городской администрации. Жанна Бабенко вручила имениннице поздравительную открытку за личной подписью президента Российской Федерации. В своем поздравлении Владимир Путин поблагодарил Клавдию Яковлевну за бесценный вклад в общую победу и за трудовые подвиги на благо страны. Дмитрий Ганшин вручил имениннице цветы, подарок и поздравил ее от имени городских властей. Мы прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и села, своим самоотверженным трудом создавали богатство страны и всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое дело. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Хозяйка встретила гостей по-домашнему. За чашкой чая виновница торжества охотно рассказала о себе. Ее судьба похожа на множество судеб молодых людей, чья юность пришлась на военные годы. Родилась Клавдия Яковлевна в Воронежской области. Когда ей было 8 лет, семья переехала на Дальний Восток. Проучилась только до 8 класса и в 13 лет подростком пошла работать. На станции угольной, что под Владивостоком, долгое время трудилась в воинской части. Была химиком-лаборантом. Там нас японцы бомбили. Мы день и ночь работали. Нас двое работало. Я и еще одна подруга работала. Бензины они там мешали, мы анализы делали. Мы даже домой не ходили. День и ночь на работе были. В воинской части и познакомилась Клавдия Яковлевна со своим будущим мужем. Молодые поженились в 1945 году. Клавдия Яковлевна после войны работала телефонисткой, а в 1949 году супруги Беренчук переехали на постоянное место жительства на Украину к родне. Там прожили 14 лет, потом снова вернулись в Приморье. Сначала в Тернейский район, там работали в леспромхозе, позже переехали в поселок Дунай. Она у меня такая вот мужественная, терпеливая. Спасибо, что ты за мной ухаживаешь, что я еще жива до этой поры. Ну, 3 года, в общем-то, как она у нас так получилось после операции, так она все время на своих тагах ходила. До последнего в огороде копалась и все. Теперь вот все ее мечта Дунай, Дунай в огород. Мы ее на лето увозим туда, на свежий воздух. Зимой не получается холодно. За почти прожитый век в жизни случалось всякое. Горе и радости. О плохом Клавдия Яковлевна старается не думать. И все же слезы засверкали на ее глазах, когда вспомнила своего уже ушедшего из жизни 15 лет назад мужа-фронтовика. Павел Яковлевич принимал активное участие в боевых действиях с Японией на Халкинголе в 1939 году. А также участвовал в Сесинской операции в 1945. У него были медали и орден Великой Отечественной войны. За победу в Японии. Он все про Халкинголл рассказывал. Любил он нас жизнь, конечно, песни пел, украинские. Сейчас бы, конечно, он всегда на День Победы, он всегда пел песню. Он одессит, коренная у нас была. Гитлеру что-то не спится. Фюрера сон не берет. Фюреру сон не берет. Геббельс по радио тихо печальную. Синий платочек поет. Синий платочек поет. Это его была любимая песня. Это он всегда, как победа, он всегда выступал на сцене. Несмотря на нелегкую жизнь, на которую война наложила свой отпечаток и солидный возраст, Клавдия Яковлевна до сих пор бодра духом и оптимистична. Долгожительнице есть кем гордиться. Она воспитала 3 детей. У именинницы 7 внуков, 20 правнуков и 3 праправнука. Так что унывать некогда. А то, что долгий жизненный путь превратил юбиляршу незаменимого человека для родных и близких, подтверждает праздник, устроенный в ее честь.